я не знаю, что делать. Они уже здесь, они близко. Света, что происходит? Мама! Света! Мам, что мне делать? Света! Света, что происходит? Даниил, ты обзвонил Должников? Должников? Да. Да, конечно, обзвонил, напомнил, предупредил. Всех, кто вовремя книги не сдает, оштрафуем. Я отметил всех в списке. Вот. Спасибо. Хорошо, так. Молодец. Подожди, а Жданова? Ты Жданова не дозвонился? А Жданова трубку не взял. Послушай, может, зайдешь к ней завтра? Она здесь недалеко, на Октябрьской живет. Так я и сегодня зайду. До занятий еще полно времени. Слушай, спасибо огромное. Вот прям очень выручишь. Так. Татьяна? 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 Гликерия, я пришел за книгой, увидел, что она мертва, и сразу позвонил тебе. Вот, собственно, и все. Угу. Ничего не трогал в квартире. Извините. Так. Я спрашиваю, ничего не трогал в квартире? Нет, в квартире ничего не трогал. Я, если тебе больше не нужен, я пойду, у меня занятие скоро. Угу. И если ты мне понадобишься, я тебя наберу. Хорошо. Слушай, ты если книгу увидишь, библиотечную, захвати с собой, пожалуйста, я потом заберу. А что за книга? Этнографические материалы. Автор Молодцова. Надо вернуть книгу в библиотеку. Угу. Захвачу. Паш, ну что у тебя там? Суицид, судя по всему. Она, походу, приняла все, что было в аптечке. Подбор лекарств стариковский, просрочки много. Вон, феназепам практически советского производства. Ну, соседи говорят, Жданова с бабушкой жила. Та год назад умерла. Ну, вот лекарства и остались. Ну, тогда понятно. Николай Угодник к стене отвернут. А она верующая была? Ну, говорят, в церковь ходила, но не особо.
А вот бабуля ее, та вообще огонь. Огонь? Ну, в смысле, богомольно. Бабка такая в церковь ходила, она суицид совершила. Это же самый страшный грех. Страшнее, чем убийство. Может, она поэтому икону отвернула, чтобы, так сказать, без свидетелей? Может. А другие родственники у нее есть? Ну, вроде нет. Ага. Телефон нашли? Да, вот нашли. Так. Странно. Ни соцсетей, ни почты. Даже звонков мало. Последние из библиотеки сегодня и Анна Филипповна Шацкая, собес. Звоним? Давай звоним. Алло, старший следователь Давыдова. Могу я поговорить с Анной Филипповной Шацкой? Бедная Таня. Просто проклятая книга какая-то. Не, ну ты представляешь? За 27 лет ее выдавали на руки 3 раза. И теперь все эти люди мертвы. Ну так вот и поверишь в мистические совпадения, да? Кто мертвы? Ну, те, кто брал этот сборник. Да ладно. Ну вот первый случай еще в 90-х, я помню. Да, молоденькая девушка утонула в озере. Не знаю, правда, зачем она среди ночи туда пошла. Но говорят, что покончила с собой. Вот как. Да. Полиции там искали предсмертную записку. Но, кажется, так и не нашли. А вот второй случай – Ларионова. Она в 10-м году взяла этот сборник и в этом же году разбилась на машине. Странно. Подождите, а как книга попадала обратно в библиотеку? Родственники возвращали. А Жданова, получается, сирота. Да. Да, проклятая книга, проклятая. А сборник из библиотеки никто не видел. А что за сборник? Этнографический. Этнографический. По-моему, тут одни часословы и любовные романы. Сборников тут никаких нет. А должен быть тут. Ну, ты ищи здесь пока. Ищу. О! Нашла? Нет. Нет, пока только это. Она, похоже, дневник вела. Паш, забери, потом прочитай, может, поймем, зачем она это сделала. Да причины суицида всегда одни. Это либо депрессия, либо несчастная любовь. Либо и то, и другое вместе. Ну а что? Вот попила она чай с ухажером, они поссорились, ухажер ушел, она расстроилась, ну и наглоталась таблеток. Ясно. Да. А что с отпечатками? В лучшем виде, судя по всему, мужские. Мужские? Да. Жень, а соседи не видели, кто к ней в гости приходил? Ну, захаживал какой-то высокий шатен, но кто это, они не знают. Так, что тут у нас? Тортик. Соседняя кондитерская. Жень, проверь, может быть, они помнят покупателя. Смерть наступила вчера между 9 вечера и полуночью. В 7 часов она легко поужинала, потом чай, сладости. А через час приняла таблетки. Кожные покровы чистые, без повреждений. Прижизненных травм, гематом, царапин нет. Она сама таблетки приняла? Ну, мнение, да. А что у нее губы синие? На цианоз не похоже. А это не цианоз, это пигмент. Слизистая рта, вот пальцы, тоже окрашены. Это что такое? А это значит химия кругом. У меня жена от детей леденцы прячет. А они потихонечку таскают и всегда палятся, потому что от этих конфет у них языки зеленые. Она леденцы ела?
Может быть. А может, мармелад. Может, печенье с цветной глазурью. Но явно что-то с пищевым красителем. И есть одна странность. Какая? Следы токсина. Какое-то редкое растение. Не знаю, какое. Это нужно узнать у специалистов. Растение. Угу. Насчет токсина экзотического могу сказать только, что в аптечке ничего подобного не было. А из растений в квартире только герань и алоэ. Паш, ну как-то ж токсин попал к ней в организм. Посуду в квартире ее проверили? И посуду, и остатки торта, с которым они чай пили, и все, что в холодильнике нашли. Не было токсина. Ну, можем еще раз проверить. Да. Добрый день. Я Анна Шацкая. Из Собеса. Вы звонили по поводу Тани Ждановой. Да, это я звонила. Спасибо вам большое, что вы пришли. Мне надо с вами пообщаться. И вот эта девушка, очень простая, с ограниченными представлениями о мире, встречает московского парня. Она таких раньше в жизни не видела. Принц, звезда. У себя на выселках никогда таких мужчин не встречала. Без памяти в него влюбляется. А она вам как? Кто мне как? Шамарин? Ну, вы же про себя рассказываете, нет? Станислав, я рассказываю про персонажа произведения Карамзина «Бедная Лиза». Но мне, безусловно, очень приятно, что ты считаешь меня звездой. Простите, я до сих пор в себя прийти не могу. Только на днях с ней говорила, в субботу и в гости ждала. Как она умерла? Скорее всего, приняла много лекарств. Скажите, вы близко общались? Ну, как сказать? Таня была очень замкнутой девочкой. У нее непростая семья, родители опойцы. Бабушка затеями. Она год назад умерла, в общем, сложная была женщина. Таня, по сути, была сирота. А знакомы вы давно? 10 лет. Нет, больше. А у Евдокии Павловны, это ее бабушка, деменция началась. Таня тогда училась в 9 классе. А вот нам позвонили ее соседи и сообщили вот с тех пор. Вы посещали их как сотрудник опеки? Да. Но когда Тане исполнилось 18 лет, я перестала. А потом она приходила на счет похорон, когда Евдокия Павловна умерла. А где-то месяц назад я случайно встретила ее в городе. Ну, мы разговаривали слово за слово, поговорили по душам. Я ее на чай позвала. Вот с тех пор мы и общаемся. Общались. А вы, случайно, не знаете, с кем Татьяна дружила? Кто ходил к ней в гости? Не знаю, лично мы не говорили. Мне кажется, у Тани особо друзей не было. Я поэтому ее к себе и приглашала, поддержать хотела. Спасибо вам. А как насчет похорон? Я могу заняться, родных-то нет? Анна Филипповна, я вам сообщу, когда можно будет забрать тело. Давайте я вас провожу. Нет, не стоит. Спасибо, до свидания. До свидания. И вот она понимает, что ни черта для него не значит, и топится. А он? Живет дальше, но уже никогда не будет по-настоящему счастливым. Справедливо. Согласен. Данил Андреевич, я одно не понимаю. Он в итоге с ней спал или нет? А по-твоему, это важно? Не, ну а как? Если спал, то все понятно. Время дикое, ее замуж никто не возьмет. А если не спал, то что она утопилась-то? Молодец, Шамарин. Мыслительный процесс запустился. Думаю, это не важно, кто с ним спал. Главное, что она его любила, а ему было наплевать.
Ну что, пацаны, по домам или как? Это все из-за тебя. Она умерла из-за тебя. Из-за тебя, понял? Успокойся. Руки убрал. Угомонись. Я спокоен. С тобой я еще не закончил. Тебе это просто так с рук не сойдет. Будь ты хоть 100 раз губернаторским родственником. Зачем? Данил Андреевич, все в порядке? Жестко. Ага. Что-то... Нормально. Сейчас. А это кто? Да это Толя Зорин. Понял. Мы с его братом в школе учились. Вроде тихим парнем был. Так и не скажешь. Псих какой-то. Спасибо за помощь. Вообще, о ком он говорил? Кто умер-то? Хороший вопрос. То, что я сделала, большой грех. Бабушка бы меня прокляла. Но я рада, что решилась. Откуда вызов? Ну что тут у нас? Зорин Анатолий Олегович, 95-го года рождения. Несчастный случай? Не похоже. Явные следы борьбы. Видишь, на костяшках свежие ссадины. А под ногтями кровь. Лик, не волнуйся, все проверим, ничего не упустим. Кто нашел? Мужчина собаку выгуливал, вот он и нашел. Ну, рассказывайте. Ну, что рассказывать? Мы с собакой моей вот каждый вечер делаем большой круг прямо через весь парк. Ну, это часа полтора. А я видел, как тот парень по лестнице поднимался. А обратно идем, а он вот лежит. Еще кого-то видели? Да. За ним следом мужик какой-то шел. А описать можете? Ну, я его только мельком видел. Щуплый такой, ростом, ну, приблизительно как я. Одет в плотную куртку такую и в перчатках. Угу. Проедем к нам в отделение, составим фоторобот. Игорь! Проводи. Лика! Смотри. На лестнице нашли. Хлястик, что ли? Похоже на то. Только не заводи сейчас, что она тут делает. Кронос, уведи ее отсюда, дайте мне поспать. Вот если бы ты обратил на нее внимание, просто поговорил, скорее всего, она бы сейчас была жива. Но тебя же никто не интересует, кроме своей собственной персоны. Так что наслаждайся. Откуда мне было знать? Я же не мог. Ну, конечно. Ты вон даже книгу в библиотеку вернуть не можешь. Ты же за книгой к ней приходил. Ну и где она? Эта книга. Молодцова.
Лика, привет. Ты книгу нашла? Что с лицом? Да, неважно. Мне нужно задать тебе пару вопросов. В каких отношениях ты был с Таней Ждановой? Видел в библиотеке, пару раз разговаривали. О чем? Она спросила, хороший ли журнал, иностранная литература. Я ответил, что раньше был хороший. Вы встречались наедине? Нет. Была ли она у тебя в гостях, или ты у нее, может быть? Разумеется, нет. Что за вопросы? Интимная связь между вами была? Что? Мы виделись только в читальном зале. И нет, секса у нас там не было. Я только вчера узнал, как ее зовут. Может, все-таки объяснишь, что происходит? Это дневник Тани Ждановой. Как ты думаешь, кто там главный герой? Ты, Данила. Фотография была под обложкой. А это она написала за день до смерти. Почитай. То, что я сделала, большой грех. Но я рада, что решилась. Я очень счастлива, мы с ним теперь будем вместе. Ты решила, что грех — это я? Точнее, секс со мной. Ну а что, ты переспал с ней, а потом просто сказал, что это не повод для знакомства. Ликерия Васильевна, вы со стороны себя вообще слышите? Карамзин какой-то с бедной Лизы. С ума все посходили, ей-богу. Так что все-таки с лицом? Неважно. Ты серьезно думаешь, что у меня был с ней роман? И что? Я теперь вру, чтобы что? В деле не засветиться? В полицейскую базу не попасть? Ты уже в базе. То есть ты меня все-таки пробивала? И выбор спектакля, а не случайности. Понятно. У вас все? Мне пора работать. Да. Еду уже. Здорово. Ничего не случилось, нормальный у меня голос. Скажите, у вашего сына был с кем-то конфликт? Может быть, он был огорчен чем-то последнее время? Ну, как вам сказать? У Толи были проблемы на работе. На работе? Да, он работал в аптечном пункте при городской больнице. Толя с детства биологией и химией увлекался. Они на балконе с отцом аптечный огород выращивали. Но когда муж погиб, уже не до огорода, конечно, стало. А что за проблемы были в аптеке? Толя не вдавался в подробности, но я знаю, что он собирал материалы, хотел передать в прокуратуру. Фаина Дмитриевна, а материалы, которые собирал ваш сын, они сейчас где? Толя все хранил в портфеле. У него был такой портфель коричневый. Им еще мой муж пользовался, очень удобный. Толя с ним никогда не расставался. Простите. Никакого портфеля при нем не было. Возможно, это и был мотив. Женя. Думаю, Зорина убили из-за его расследования. И, видимо, он раскрыл какие-то махинации с лекарствами в аптеке. А материалы не успел передать в прокуратуру. Портфель, в котором он их хранил, исчез. Думаю, еще, что убийство Ждановой как-то с этим связано. Каким образом оно может быть связано? Они дружили, товарищ полковник. Накануне Зорин был у нее в гостях. На посуде нашли его отпечатки. Он мог ей рассказать про расследование.
Мог вообще документы у нее оставить. То есть ты хочешь сказать, что Жданова — это не суицид? Думаю, ее отравили. Ну, давай. Тогда роем дальше. Что еще? Можно, товарищ полковник? Судя по следам и повреждениям, картина складывается следующая. Зорин подрался с преступником. В процессе борьбы преступник толкнул Зорина так, что тот полетел спиной назад. В последний момент он хотел схватить преступника за руку, но не удержался. Вот от этого, собственно, и следы крови под ногтями. Все. Человека, который шел за Зориным к смотровой площадке, ищем, составили фоторобот, отправили по участковому. Телефон. Звонки, смс-ки пробили? Мобильного при нем не было. Запрос операторам сделали. Этого нет, этого не было, этого мы не знаем, это мы выясняем. Хоть что-нибудь есть? Есть образцы крови под ногтями и зубы. Это я уже понял, я слышал. Еще. На месте борьбы следы обуви 40-го размера. Мало, еще. Элемент верхней одежды. На хлястик похоже. Эксперты изучают. Мало, Давыдова, мало. Что насчет аптеки? Ребята работают. Работают. Но, судя по документам, все там чисто. Лекарства все по списку, недостачи нет. Я сейчас к ним поеду, пообщаюсь с сотрудниками. Я вас уверяю, больничный, аптечный пункт – то место, откуда ничего украсть в принципе невозможно. Нас регулярно проверяют и перепроверяют. Депздрав, ваш департамент, страховщики. Мы отчитываемся непосредственно перед руководством больницы. Заказ препаратов также идет от них, а поставки от аккредитованных производителей. Так что все совершенно прозрачно. Угу. Скажите, а Зорин в последнее время конфликтовал с кем-нибудь? Да, он вообще никогда ни с кем не конфликтовал. В общем, был славный парень и прекрасный специалист. Сейчас. Распаковываю. Ну, хотите, проверим все вместе. Убедитесь, что все в наличии по списку. Нет, не хотим. Ну, тогда извините, мне нужно принять товар. Угу. Моя фамилия Талич. Я вам звонил. Да, присаживайтесь. Сборник Молодцовой, который вы ищете, был опубликован в 1994 году малым тиражом. Часть тиража – авторские экземпляры, часть была передана на факультет, сотрудник которого, собственно, занимались исследованиями. А что это были за исследования? Отчет об этнографической экспедиции. У нас экземпляров, к сожалению, не осталось. А может быть, мне на факультете могут помочь? Или спросить у автора, ее можно как-то найти? Увы, нет. Молодцова погибла почти сразу после публикации книги. Несчастный случай. После ее смерти дочь потребовала, чтобы книгу отовсюду изъяли, представляете? Почему? Неизвестно. В вашем фонде сборник остался по какому-то недоразумению, скорее всего. Вот как. А не знаете, контакты ее дочери где-то можно взять? Минуточку. Есть. Есть номер домашнего телефона. Попробуйте им воспользоваться. Но прошло почти 30 лет, скорее всего, он не актуален. Спасибо. Царева читаете? До свидания. До свидания. Нет, Жень, в аптеке никто ничего не знает. Нужно искать человека, которого видели в парке. Погоди. Женя, это он. Я за ним. А
Послушай, Даниил. О, Господи. Что у тебя с лицом? А? Ты что, упал? Ну, конечно, там же гололед, но аккуратнее надо быть. Да. Олимпиада Георгиевна, скажите, а вы сами-то этот сборник Молодцовой читали? Молодцовой? Да нет, как-то у меня руки не доходили, а почему ты спрашиваешь? Ну, просто интересно, о чем он? Я пытался найти экземпляр, но автор этого злосчастного сборника погибла почти сразу после публикации книги, а ее дочь потребовала изъять весь тираж. А я вот говорила, проклятая книга. Ну да, возможно. А скажите, а я вам сегодня еще нужен? Даниил, вы нужны мне всегда. Но если вам нужно отлучиться по делу... Спасибо большое. То иди. Иди. Господин Сухотин, добрый день. Коробку поставьте на землю. А в чем, собственно, дело? Коробку, говорю, поставьте на место. А, ну. Стоять! Руки на машину! Это Оленька выиграла в 90-м году на областных соревнованиях по плаванию. Очень способная была девочка. Очень. Это тоже все ее? Да, это все ее. А вот моя любимая фотография. Это летом, после 10 класса на нашем озере. У нас подружка-то. На лугу Бубарки в поле цветы. Лучшие подруги — это я и ты. Всегда твоя подруга Нюша. Бубарки. Бабочки. Вы знаете, я до сих пор все время думаю, какая ирония. Моя дочь была прекрасной пловчихой и утонула в озере, которое знала как свои 5 пальцев. Полиции сказали, что это самоубийство. Но если самоубийство, должны быть причины, правда? Записка какая-нибудь, а ее не было. Хотя Оля что-то писала перед смертью. У нее пальцы были в чернилах. И почему-то губы тоже. Очень облегчите себе жизнь, Сухотин, если будете сотрудничать. То, что у вас клад фальсификата, это полдела. Даже сопротивление сотрудникам полиции погоды не делает. А вот убойная статья, это уже серьезно. Какая убойная статья? Вы были в парке в ночь, когда был убит Анатолий Зорин. И у вас были мотивы желать ему смерти. Не был я ни в каком парке. Я дома спал после смены. Если хотите, спросите у соседей. Спросили. Никто точное время вашего возвращения подтвердить не может. Есть один свидетель, который видел, как вы шли за Зориным, и он вас опознал. Поэтому, гражданин Сухотин, давайте экономьте наше время и говорите, что вы делали в парке. Гулял. Воздухом дышал после того, как целую смену за баранкой отсидел. Подышал воздухом и пошел домой спать. Руки покажите. Чего? Руки, говорю, покажите. Я себе колоть ничего не дам. Чем колоть-то? Ручкой, что ли? Руки, говорю, покажи. Выбирай. Вот результат экспертизы. В квартире Ждановой ни следов, ни отпечатков Сухотина. И кровь под ногтями Зорина тоже не его. Я знаю. У того, кто сбросил Зорина, должны оставаться следы от ногтей. Вот здесь, вот на руках. Ты же сам говорил. А у Сухотина этих следов нет. Но он точно был там и знает, что произошло. Только молчит. А прижать нам его нечем. Как нечем? Мы же его почти с поличным на складе взяли. И что, Жень? И что? В лучшем случае получит 3 года по 238-й.
За торговлю фальсификатом и выйдет по УДО. Ну, что делать? Я не верю, что он работал в одиночку. Думаю, что заведующий с ним в доле. Но чтобы это доказать, нам нужен портфель Зорина. Да этот портфель, он как сквозь землю провалился. Все видели, как Зорин с этим портфелем вышел с работы, а к Ждановой пришел без него. А еще Хлястик. Хотя Хлястик кто-то мог раньше обронить, а? Здравствуйте. Скажите, а Ларионовы здесь живут? Я из библиотеки. Здравствуйте. А Ларионовы... Подождите, я... Здравствуйте. Уйди! 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 Так, давай еще раз. Во вторник Зорин вышел с работы в 6 часов. И портфель был при нем. А торт купил в кондитерской. 7:15. И портфеля при нем не было. Да. От больницы до кондитерской минут 10 пешком. Там, посмотри. Ладно, ладно, 15. То есть, получается, после работы Зорин еще где-то гулял час. И за этот час избавился от портфеля. Знать бы где. За час можно вам весь центр обойти. Погоди. А у нас же где-то показания продавщицы были. Я еще подумала, что Зорин был не просто на чаепитии у Ждановой, а на романтическом свидании. Нашел. Вот. Ну вот, вот. Она сказала, что он был при параде надушен и причесан. Женя, спорить готова. Он был в парикмахерской. Чи-чи-чи-чи. А, все хорошо. Все хорошо, тебя никто не обидит. Это из библиотеки. Все хорошо. Иди домой. Я сейчас приду. Простите. Мама нездорова, я не всегда за ней могу следить. А вы из библиотечной программы, да? А, да, книга на дом. Ну, мне сейчас не до книжек. Хозяйство, мать... А давно это с ней? Больше 10 лет. С тех пор, как погибла моя сестра. Посттравматическое расстройство. Мой хороший друг, серьезный специалист, заведует клиникой. Можем для вашей мамы устроить консультацию. Вот. Сейчас. Скажете, что вы от Данила Талича. И он вас обязательно примет. Вот, держите. Спасибо, конечно. Но мне кажется, мы уже всех врачей обошли. Вообще-то она спокойная. Только чужих людей боится. Думают, что нас преследуют и тоже хотят убить. Вы сказали, тоже? Ну да, она считает, что мою сестру убили. И постоянно ждет, что придут за нами. На ночь по 10 тысяч раз проверяет каждую дверь, закрыта она или нет. А кто придет? Это ее фантазия. Доктор говорит, психика не справилась с потрясением после смерти моей сестры. Вот как. У нее случился инсульт. Прямо за рулем. Даже губы были синие. Простите, что? Ну, губы были совсем синие на опознании. Я подумала, что это из-за инсульта. Она и вела себя так странно. А странно это как? В день смерти
перед аварией она позвонила матери и начала орать что-то просто несуразное в трубку. Две на этой улице и еще парочка на Октябрьском. Ну все, значит, ты иду на Октябрьскую, я сюда пойду. Ага. Давай. Отлично. Девушка, дверью ошиблись, да? Это барбершоп, только для мужчин. Салон выше по улице через два дома. Старший следователь Давыдова. Оу. Да, алло. Добрый день, это Елизавета Молодцова. Вы меня искали. Лиза, очень хорошо, что вы позвонили. Слушайте, это ужасная новость. Мы же с Толиком в одном доме жили. Друзья детства, считай. Скажите, когда он к вам пришел, при нем был портфель? Ну, допустим. А что? Тарас, мне очень важно найти этот портфель. Найду портфель, прижму того, кто его убил. Когда Зорин в тот день возвращался с работы, ему показалось, что Сухотин за ним следит. И он побоялся носить с собой портфель. Оставил его на хранение у своего друга-парикмахера. Тут вся схема, все документы. Ого! Сухотин работал на пару с заведующим аптечным пунктом. Вместо нормальных лекарств больным давали фальсификат, а рецептурные препараты продавались налево. Одно только онкологическое отделение больницы «Золотое дно». Да. Курс начинается от 300 тысяч рублей. Да, я в курсе. Ну, видишь, как весело живем. Вот насчет этого Давыдова молодец. Поздравляю. Ну, иди отдыхай, заслужила. Спасибо. Разрешите идти? Да иди уже, иди. Спасибо.